хотел показать свою палатку новую фирмы Alpen Tent. Вот, весом она 1,5 килограмма всего лишь. Именно для велопоходов вообще четко. 3000 у нее, что тент, что пол. В общем, этой водонепроницаемости. Ну, 3000 миллиметров этого столбика. Вот. Такая компактная. Вот так вот длина 40. 10. И высота 10. Сейчас я ее буду устанавливать. Я ее еще не устанавливал ни разу. Сейчас как раз ее буду устанавливать. Итак, начинаем ее распаковывать. Чехольчик. Вот. Вот так она выглядит. Вот, даже инструкция есть. Инструкция по установке. Нормально. Это пока месть отложим и начинаем все ставим, чтобы ветром не разнесло, и начинаем ее раскатывать. А для этого я сейчас еще подчищу место. Так, место в принципе подчистил, сейчас буду ее устанавливать. Вот тент. Вот такие, в принципе, дуги. Комплект колышков. Вот. Интересно, какие. Какой тут что-то тут. Сейчас посмотрим. Такой пакет, конечно, плотный. Надо его будет заменить. И колышки такие обычные, шпильки. Шпильки. Ну, как бы. На моем Ханахе, да, там такой алюминий. И такой прочный. Тоже особо как бы не тяжелый. Ну, вот эти, ну не знаю. Конечно, алюминиевые были бы гораздо легче. Ну, опять же, такая ценовая категория этой палатки. Ну, $150. Да, $150 в этой ценовой категории. Эта палатка. И начинаю ее разбирать. Одноместная и для велопохода вообще четко. Вот как раз пошел дождик, который именно сейчас не кстати. Ну ничего, не сахарная, не растаем, как говорится. Вот, в принципе, вот такое, как маленькая лодка по крафт, такой сдутый. Вот. Едем дальше. Открываем дуги. Дуги. Тоже такой вот пакетик. Я думаю, это все потом пересмотреть дома нормально и может что-то поменять. Ну, такой, в плане вот этих вот пакетов. Вот еще все заводское. Вот так она выглядит. Вот. Сейчас попривязываю еще к ней веревочки, растяжки вот эти. Вот два окна вентиляции, как раз это в голове. Нормально. Вот такая вот палаточка. Для велика отлично, для походов маленькая, компактная, легкая, что немаловажно для велосипеда. 1,5 килограмма веса, нормально. Да и в принципе самому кинул, поставил где угодно и ночую. Все у нас установлено. Интересная палаточка, в принципе, переночевать отлично. Назову ее бомж-палаткой, она такая и есть. Где угодно кинул, быстро разложил, бах-бах. Тентик двухслойный, в принципе, нормально. Вот. Ну а 3000, я думаю, дождик небольшой выдержит. Ну а если что, вот есть еще тент. Ну так, компактно, удобно, это главное.